Этот пикет посвящен экологическим проблемам Москвы, связанным со сносом домов. Это подрыв вообще экологического состояния города, этот проект. Он убьет зеленые зоны, убьет наш город. Это просто бомба под нашим городом Москвой. Прежде всего, мы понимаем, что нагрузка на инфраструктуру в Москве уже сейчас очень высокая, нагрузка на зеленые зоны очень высокая. Если вместо уютных маленьких пятиэтажек появится множество многоэтажных домов, то это усилит давление на наш город, на инфраструктуру, на воздух, на воду и так далее, на канализацию. А есть еще проблема строительного мусора, который возникнет в результате разрушения этих домов. Я надеюсь, его не произойдет благодаря нам, потому что это какие-то, я не знаю, в чем это исчислять, тоннах, миллионы тонн, может быть, строительного мусора. У нас и так с мусором большие проблемы. Но эти люди, они же не в состоянии продумать такие аспекты. Они даже не продумали, что делать с ипотечными квартирами, прежде чем приносить этот законопроект. Они не продумали, что делать с Конституцией. Как они могут думать о таких сложных, инженерных, экологических вещах, как экологичность своего проекта? Очевидно, что гораздо более экологичным решением проблемы реновации наших кварталов было бы просто надстройка небольшая, капитальный ремонт, лифты для людей. Это бы не разрушило и посадки вокруг домов, и не увеличило бы нагрузку на инфраструктуру, и не создало бы строительный мусор. Сносу нет! Сносу нет! Сносу нет!